Приветствую, дорогие друзья. Сегодня у нас необычная такая встреча, потому что есть серьезные поводы. Позади горячее лето, которое предложило нам два суперсобытия спортивных, потому что прошел финал чемпионата Европы по футболу, где очень даже отличились наши футболисты. Очень несерьезно они там выступили. Ну, в общем, это аналогия того, что происходит в нашей жизни. Ну а потом мы ждали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Впервые в истории Олимпиада проходила в Южной Америке. И вот сейчас исполнилось ровно 120 лет Олимпийскому движению. 31-я Олимпиада собрала лучших атлетов мира. И сегодня у нас есть возможность немножко вспомнить об ее итогах, а самое главное – поговорить об основе будущего, настоящего спорта. И не случайно у нас гость, дебютант, очень интересный человек, руководитель Николаевского высшего училище физической культуры Александр Николаевич Мельниченко. Дело в том, что он сам мастер спорта по велоспорту и проводит интереснейшую работу с резервом нашим. Но давайте сейчас немножко все-таки вспомним Олимпийские игры, потому что, Александр Николаевич, у вас скоро 1 сентября, начало очень интересного периода подготовки ребят к будущим испытаниям, к учебе. Ну, в общем, у нас многопрофильное такое уникальное учебное заведение. Но если вспоминать Рио-де-Жанейро, то надо сказать, что здесь впервые в истории наша команда выступила довольно слабо. Мы надеялись на перспективы особые, но так уж получилось. 10 500 спортсменов участвовало, атлетов в Олимпийских играх. Они представляли 42 вида спорта, и это была как бы энциклопедия всех видов спорта, которые у нас есть. Александр Николаевич, ну вот сейчас подводя итоги, и вот это 11 медалей, среди которых 2 николаевских, 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых, получается, что, в общем-то, это самый низкий результат выступления нашей сборной. Говорили о том, что многие украинские спортсмены едут за рубеж, многие специалисты-тренеры готовят нам соперников в других странах, и поэтому какая-то есть закономерность в том, что происходит. Вы готовите главный резерв. Ваше училище имеет богатейшую историю. Давайте об этом вспомним, потому что вы представляете учебные заведения, одно из немногих, потому что их всего 7 таких в Украине. Итак, история была, началась с того, что это был спортинтернат. В 1979 году был организован в Николаеве спортинтернат, где основные ведущие виды – это были гребные виды спорта. Гребля академическая, байдарка и каноэ. Начинался вот так спортинтернат. И потихоньку за годы своего существования прирастали другие виды спорта, интернат расширялся, и в 90-м году мы получили статус интернат Олимпийского резерва, а в 92-м году мы получили статус, как мы сейчас зовемся, высшее училище физической культуры. Что это значит? Что у нас обучаются дети, начиная с 8 по 11 класс, заканчивают школу и могут поступать к нам на первый-второй курс, чтобы получать высшее образование. Вот. За эти годы мы достигли того, что 50% наших выпускников, 11-классников, заходят опять к нам, и мы выдерживаем 6-летний цикл подготовки. Это очень важно в спорте, что тренер берет ребенка в 8 классе и ведет его 6 лет. И вот яркий пример Ольги Харлан. На выходе уже на втором курсе она достигла таких высоких, самых высоких высот в спорте. Стала олимпийской чемпионкой вместе с Леной Харлан. Это две наши выпускницы. Александр Николаевич, вот уникальность вашего учебного заведения состоит в том, что ребята, которые, в общем-то, прошли отбор в детско-спортивных школах, вы выбираете самых-самых лучших. И вот вы, как фундамент, кузница спортивных кадров, готовите их. Во-первых, они получают общее образование. И в то же время вы создаете идеальные условия для тренировок, для сборов, для участия в соревнованиях. У них же жизнь идет постоянно в спорте. Они уже полупрофессионалы. Поэтому... Ну, специфика нашего училища, и это главный козырь, что тут создан своеобразный режим, позволяющий проводить 2 тренировки в день. Уроки у нас начинаются в 12 часов дня, до половины 5 или до 5 часов вечера. Поэтому есть возможность... Это так поздно они просыпаются или начинают ранее утром? Они просыпаются рано, зарядка, завтрак и на первую тренировку. Разъехались по всему городу. Провели первую тренировку, съезжаются к 12 часам в училище, начинаются уроки. Обед один, обед второй, потому что столовая не успевает всех сразу принять. И разъезжаются на вторую тренировку. И так каждый день, кроме воскресенья.
Вот. И в среду нет второй тренировки, чтобы посвятить немного время другим вопросам, назревшим с учебой, провести классные часы, провести какие-то мероприятия. А так дети живут в очень тяжелом физическом режиме. Не каждому это дано. Дело в том, что вот еще уникальность вашего заведения в том, что в классе рядышком сидят представители самых разных видов. Вот вы профилируете 17 видов, то есть те, кто могут скоро выступать в чемпионатах Украины, Европы, мира, на Олимпийских играх. И вот как это воздействует на них ребят, потому что рядом сидит чемпионка Европы в прыжках на батуте. Здесь конница, здесь академистка. Вот интересно. Но я думаю, это только вдохновляет наших детей. И как мы говорим часто на наших мероприятиях, на линейках, на собраниях, берите пример, что это все реально и возможно стать и олимпийским чемпионом, как берите пример с Ольги Харлан, или берите пример Саши Сатина, когда наш 11-классник на первых Олимпийских играх в Сингапуре выиграл золото, и я могу рассказать об этом, как оно тяжело далось. На первых юношеских Олимпийских. На первых юношеских Олимпийских в Сингапуре Саша привез золото. А Жабский Алексей, борец греко-римский, был третьим по борьбе греко-римской. Вот два наших воспитанника привезли награды с первых Олимпийских игр юношеских. И вот такой я пример хочу привести. Горжий, тренер Саши Сатина, готовил его очень интенсивно. Саша очень сильный спортсмен. Но когда он приехал на Олимпийские игры в Сингапур, он сломился психологически. Что произошло? Команда Китая, которая очень сильная, и выиграла те Олимпийские игры. Которые учились у нас, кстати, приезжали здесь. Да. Она год не появлялась на промежуточных соревнованиях и скрывала свою подготовку. И когда Саша Сатин увидел, как прыгают китайцы, он психологически немного сник, сломился. И заслуга тренера здесь, которую мы не видим, это, знаете, подводная часть айсберга. Как он с ним проработал. И проработал таким образом, что Саша привез золотую медаль, а Горжий бедный приехал с инсультом. Вот как далась эта победа. Ну, он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Потому что там была сильнейшая подготовка психологическая. Но тут еще надо вот что отметить, Александр Николаевич. Дело в том, что все сделал Киев для того, чтобы уничтожить батут не только в Николаеве, но, по-моему, в нашей стране. Впервые мы не принимали участие в финале Олимпийских игр. Да, батут провальный получился. И, в общем-то, сделали все для того, чтобы у нас практически его не стало. Хотя достижений немало. Еще когда в 2000 году олимпийский стал бит батут, Оксана Цигулева, серебряный призер, затем олимпийский чемпион Юрий Никитин. Была возможность расти. С чем связано, что вот раньше у нас представительство делегации Николаевской на Олимпийских играх было широко, сейчас 6 человек. Ну, тенденция это наблюдается. Видите, вот сейчас итоги этой Олимпиады же показали тенденцию, что происходит в большом спорте. Что? Идет снижение почему-то результатов. Вот наша сборная, видите, провальное выступление считается, оценка считается провальной. Что происходит, я не знаю, но мы все видим, наверное, что тяжелая ситуация в стране, наверное, тяжеловато с финансированием, с выездами, наверное, это влияет как-то. Я думаю, все это поправится, если страна немножко наберет обороты экономические, больше финансирования. Вот такой пример. Мы годами, вот за 7 лет, не могли, что я работаю, приобрести ни одну лодку. Только в том году впервые, благодаря субвенции государственной, мы смогли приобрести. Или есть ограничения, когда Саша Сатин приехал, ему надо было купить сетку для батута, а она 25 тысяч гривен, а у нас ограничение до 1000 гривен приобретения. Было очень много таких вот сложностей. Поэтому, наверное, все эти вот составляющие влияют на результаты спортсменов. Интересно, как идет отбор ваших ребят, талантливых, способных, чтобы они получили, получили образование общее и в то же время получили хорошие основы для будущего? Вы фундамент для того, чтобы эти ребята потом смогли уже в школе высшего спортивного мастерства, в вузах уже представлять нашу страну, сборной страны. Значит, последние годы у нас такая статистика. Ну вот, например, в этом году у нас выпускались 11-классники. Две девочки-гимнастки закончили наше училище золотой медалью. 2 года назад у нас есть выпускницы, которые серебряной медалью закончили. То есть дети, которые могут совмещать интенсивные тренировки и учебу. В целом наши дети заканчивают 11 класс, это середнячки. Но благодаря той возможности, что государство предоставило высшему училищу, наши дети могут поступать к нам и получать первое высшее спортивное образование, которое звучит на сегодняшний день таким образом. Это будущий тренер по виду спорта и преподаватель физической культуры. И во всех наших трех институтах
в Педыне, в НКИ, в Могилянке эта специальность идет одинаковая, с одинаковым кодом. И наши дети, оканчивая училище, два курса обучения, автоматически заходят на третий курс обучения любого из наших институтов на бюджет. И тем самым государство позволяет нашим детям получить первое базовое спортивное образование за счет государства по бюджету. Это большая поддержка для наших детей, которые живут в тяжелейшем спортивном режиме. Хотя бы первое образование получить спортивное на какой-то льготной основе. Но еще добавлю два слова. Поступая в НКИ, наши дети дублируют свое обучение на платной уже основе на других факультетах и параллельно на выходе получают две специальности. Александр Николаевич, вот говорят, как посмотреть будущее, как можно ли его увидеть? Мне кажется, стоит перешагнуть порог вашего училища и можно взглянуть в будущее, потому что у вас именно будущее настоящего большого спорта. И вот хотелось бы узнать, какое оно есть. Мы еще не представляем, в каких видах спорта Николаевская область будет представлена на высоком уровне, какие перспективы есть в отдельных видах и в чем мы можем прогрессировать. Ну, вот так неожиданно получилось, что выстрелили с фехтованием. Традиционно сильный был батут, академическая гребля, байдарка на каноэ. И все-таки, какое будущее у вашего училища, этих детей? Смотрите, анализируя прошедших там 7-10 лет работы училища, и наблюдаешь такую тенденцию. Предугадать, какой вид выстрелит, становится сложновато. Например, долгое время отделение дзюдо, которое уже стоял вопрос, я разговаривал с тренерами, с Москаленко Натальей Ивановной, что придется вас закрывать. Вы два цикла олимпийских, 8 лет, нет результата. И вдруг, в том году, чемпионка мира Антикала Аня. Позапрошлом году второе место на мире, наша выпускница. Дзюдо начала выстреливать. Или же пример. Байдарка. 25 лет независимости мы не могли прорваться ни в один финал, ни на Европе, ни на мире. 25 лет не было прорыва. И впервые в том году Кухарик Олег, наш учащийся, выигрывает первое место на мире 500 метров. Это его коронка. Байдарки-одиночки. Второе место на 1000 метров, Европа наша. Едет на мир, третье место на мире. Это был сильнейший прорыв в байдарке-одиночке. В этом году он усилился, этот прорыв. Куклиновская Людмила, тоже учащая нашего училища, тренера Симонова, муж и жена. Вот. Куклиновская на мире вторая. Еще выше поднялась, чем Кухарик Олег. Это сильнейший прорыв за последние 25 лет. Байдарка была в провале. Но вот тренера вырастили наши учащие за эти 6 лет. И Куклиновской в том году мы купили лодку, на которой лодке она в этом году уже вот завоевала второе место на мире. Вот, спасибо. Кстати, о байдарке и каноэ. Дело в том, что именно в эти дни исполняется ровно 60 лет, как Николаевская область была представлена на Олимпийских играх. Евгений Яцененко, уникальный человек, спортсмен, который в 28 лет впервые сел в лодку. 28 лет, когда уже заканчивается, забывают вообще о карьере. Да. Да. И он потом стал чемпионом СССР, чемпионом Европы. Поехал в Мельбурн и принял участие, и занял 5-е место на Олимпийских играх в 1956 году. Ну, затем был очень интересный шаг николаевских спортсменов на Олимпийских играх в Риме. Иван Богдан с Казанки стал первым олимпийским чемпионом от Николаевской области. Затем уже началось такое шествие наших земляков. 68-й год. Запорожец участвовал в Мехико. И затем мы были представлены в самых разных видах. Виктор Погановский, золото. 80-й год Погановский и Антонина Пустовит, академическое гребля. Пустовит второе место, да, случился у нас вместе. Целый взрыв был прыжках в высоту. Бабакова, Степина, и в общем-то у нас... Ну, Степина в Атланте у нас третья бронзовая медаль, работает у нас тренер, 4 Олимпиады прошла. И вот сейчас Оксана Окунева поехала в Рио-де-Жанейро, но там, видать, сильно жарко, потому что ей не удалось попасть в финал, но, в общем-то, то, что уже представительство, и хотя говорят, вот, Олимпийские игры, вот, поехали туда туристами, вы знаете, что попасть на Олимпийские игры идет жесточайший отбор, лицензии. Конечно. Это идет такая борьба за место под солнцем, даже принять участие, выйти на дорожку, вот там бежит 200 человек, марафонцев, говорят, он занял 31-е место, попробуйте, пробежите за 2 часа. 42 километра, еще 195 метров. Дело в том, что ваше училище создает уникальные, идеальные условия для учебы, для проживания, потому что у вас хорошее общежитие, и для тренировок. Есть ли какая-то база для того, чтобы вы смогли развивать все 17 видов? Вот, на что вы рассчитываете?
Значит, специфика училища такова. Когда она организовывалась, была привязка, почему мы на Чигрина 41, был выбор тогда, как мне рассказывали тренера, выбрать помещения другие, может быть. Но выбрали это старое здание, которому под 100 лет на Чигрина. Это два старых здания. 102 года. Да, выбрали почему? Привязка к центру города. Очень удобно нашим детям добираться. Географическая привязка здесь в первую очередь. Почему? Наши своей базы на территории училища только некоторых видов есть. Велоспорт, фехтование, зал небольшой. Борьба греко-римская, мы создали в 2009 году, хороший спортзал построили, зал бокса построили в подвальном помещении. Вот и все виды, которые у нас на месте тренируются, а все остальные в разъездах. И мы работаем на договорных условиях, или арендуем на платной основе базы, или на взаимовыгодной основе, и наши дети пользуются всеми базами нашего города. Это очень большое подспорье. И какая у вас связь с спортивным обществом? Я не знаю, раньше было конкретное, и, в общем-то, мы видели, что каждое спортивное общество было заинтересовано, чтобы их воспитанники обучались в училище. Есть ли сейчас какая-то связь, или у них проблемы большие? Нет, все так же сохраняется. Все заинтересованы, перспективных спортсменов, которых видят толк, чтобы учились, продолжали обучение в высшем училище физической культуры. Почему? Потому что те условия, которые дети получают, ни в одной школе их не создашь. В школе уроки с утра, первая тренировка летит, тартарары, ну и так дальше. Поэтому все это сохранилось и все это работает, весь этот механизм отлажен. Вот. Чтобы попасть в высшее училище, многие общества, федерации звонят, просят, возьми перспективного. Но мы проводим конкурс, экзамены и берем, отбираем, конечно, лучших по возможности. Александр Николаевич, а вот какая конкретная связь вот у вас тренерского состава, который имеет очень большие заслуги, звания и опыт богатейший, с учителями общеобразовательными? Потому что здесь должен быть какой-то контакт и, в общем, какая связь? Ну, связь... Крыша там, одна у вас. Что? Крыша одна. Нет, крыша одна, понятно, но разрозненность, тренера же у нас, смотрите, они же не на территории училища, вот они на утренней тренировке по всему городу разбросаны, учителя приходят на уроки к 12 часам, а тренер еще на тренировке, поэтому они видятся не так часто, было бы неплохо, чтобы каждый день виделись, но у нас для этого существуют общие собрания, педсоветы, или если проблемная ситуация в отделении, тогда тренер приезжает в училище, встречается с учителями, с воспитателями и решает те проблемы, которые возникают. Они возникают частенько. По ряду причин. Сборы, соревнования. Ребенок очень много пропускает. Он не в силах наверстать все сразу. Вот. Поэтому есть проблемы. Но в целом, как я уже вам говорил, у нас выпускаются каждый год около 90 11-классников, около 90 человек. 50 поступают к нам. Это свыше 50%. 17-20 человек уходят в другие высшие учебные заведения. Но в основном это система НВД, пожарные, воинские училища или институты. Вот. И человек 8-10, которые не могут сдать ЗНО по ряду причин. То есть не могут украинский язык, сертификат получить. А к нам, чтобы поступить, нужно сертификат по украинскому с небольшим, невысоким баллом. Всего 100 баллов, это легкое поступление. Но такой пример яркий, как Костя Воронов, чемпион мира по фехтованию, не может поступить. Матяш Артем, который на Европе сейчас третий, едет на мир, второй год не может поступить. Вот не дается украинский, не может сдать. Директора южных регионов, мы обращались где-то в 2009-2010 году в министерство. Дайте какую-то баблажку тем спортсменам, которые на мире, на Европе, наш флаг поднимается. Как-то это ЗНО немножко, ну нет этой поблажки, но уже это вопрос отошел. Уже украинский язык, ну как сказать, становится приоритетным, дети уже это понимают, поэтому все потихоньку становится на свои места. Александр Николаевич, там много лет назад я преподавал у вас в училище и заметил, что один из самых для них интересных предметов, который вы преподаете теперь, это история спорта. История не только мирового спорта, но и история Николаевского. Вот почему у детей проявляется такой интерес, вы это чувствуете, как они знают традиции Николаевского спорта в самых разных видах? Ну и традиции спорта, и базовое начало этого предмета, традиция олимпийского движения, принципы олимпийского движения, когда оно зародилось, какие цели, задачи несет, а это мир, дружба среди народов, основополагающее, чтобы остановить войны. Для этого олимпийские игры были греками задуманы когда-то. Вот. И сейчас, когда дети слышат такую цифру, что древние греки проводили 1200 лет
свыше 300 олимпиад подряд раз в 4 года, а мы только вот 30 олимпиад 120 лет проводим. И вот эти две цифры их шокируют. Как древние греки могли это долгое время проводить. И как они вписывались в историю современных, да, мировых войн. Останавливались войны. Как олимпионики награждались, как их в города встречали. Это были герои на все века, их статуи стояли. Они получали всевозможные льготы, они проставляли свой город там, ну и так дальше. Это были герои. Вот. И я хотел бы, чтобы это не спадало, что наши олимпийцы, чтобы они были обеспечены всем, тогда будет результат. Как вот пример приводил, в Варняево, наверное, тяжело работать в зале, где старое оборудование и так дальше. Надо создавать все эти условия. Все это очень затратно и сложно. А, кстати, это какой-то парадокс. Дело в том, что у нас спортивная гимнастика в стране в таком упадке, я не знаю, спортивных залов нет, снарядов нет. Да. У нас был Курандо и Таня Лизунова, это последние звездочки гимнастики, и все, на этом остановились. А в каком городе сейчас в стране? И вдруг золотая медаль. Мы очень удивлены гимнастикой. И он уже ж не на первой олимпиаде выстрелили. Вот, и в 2012 году в Лондоне тоже результаты уже были хорошие. Да, это парадокс определенный. А чем связано, вот, на ваш психологический взгляд, интерес детей к разным видам спорта? И в какие виды особенно привлекательны? В какой трудно набрать для того, чтобы была у нас перспектива? Сложно сказать. Я считаю, в каждом виде находятся те дети, да и родители за их спиной, и тренера, которые вот по ряду причин сложившихся выбрали этот вид. Вот такой пример. Сейчас я столкнулся. Конный вид, конницы. Бьются к нам год, чтобы поступить в училище, а мы не можем их принять. Не имеем права развивать этот вид. Он не заложен. У нас он не заложен в программе. Не можем завести додатковый контингент, потому что там условия резервы, члены сборной. Но мы сейчас идем на страх, свой риск. Согласовали, правда, уже везде. Заводим этих три человека, конец. Почему? Родители купили лошадь. Родители содержат. Представляете, какие несут финансовые затраты. Дети видят только этот вид. И я это всегда ценю, когда есть такая мощная поддержка родителей, федерации, тренеров. Я думаю, тут и результат будет. А тут же получилось, бог знает что. Украина купила конников, бразильца, немца. И что они натворили? В общем, набрали столько штрафных очков, что некоторые вообще не могли встать вместе с лошадью. Получилось так, что наша конно-спортивная школа, одна из самых знаменитых центров развития этого вида, в стране проводились крупнейшие соревнования, сейчас почти в частных руках, но и развитие у него такое. Ну, если вот такие примеры, как я сейчас назвал, да, будут продолжать, и будут такие инициаторы, которые будут развивать определенный вид спорта, помогать поддерживать, так некоторые родители с Очакова готовы переехать сюда, в Николаев, ради того, чтобы ребенок продолжал заниматься этим конным видом. Понимаете? Тут получилось еще вот что. Оля Харлан, когда поднялась на высшую ступень мирового спорта, фехтования, и когда она встречалась с президентом, говорила о том, что она тренируется в примитивном зале, вот когда я брал интервью 8 лет не назад, то слово. Да это ужас. И здесь воспитываются олимпийские чемпионы. Ну, в общем, получилось так, что вроде открывалась перспектива в Парке Победы. Но тормознулось все и остановился процесс. Но вот у ребят, которые, в общем-то, постоянно у лидеров, прыжки в воду, они без воды полгода. Я не знаю, да, какая перспектива у них? Я не знаю. Как можно Илюку Вашу просить прыгнуть? Сергей Михайлович Гуменюк приезжал ко мне, говорит, мучаемся, ездим по всей стране. И что можно было от Кваши требовать, когда в бесконечных командировках, не у себя дома тренируемся, в бесконечных разъездах. Вот. Тут, конечно, ситуация сложная. И все-таки вот сегодня завершается лето практически, вы вступаете в новый учебный год. И остается сказать, какие перспективы вашего замечательного, удивительного, уникального учебного заведения? Ну, перспективы какие? Они у нас из года в год, задача не снимается. Наша главная задача – подготовка резерва сборной команды Украины, членов команды сборной команды Украины. В основном каждый год это около 20-22% от общего количества. Это человек 80-100. Резерв и члены сборной команды Украины. Мы готовим. Это наша главная задача. Ну и вторая задача в период обучения, чтобы наши дети на юниорских чемпионатах мира и Европы, как Кухарик Олег, хотя он уже и на взрослом
Кубки мира в призах на всех трех кубках мира. Вот. Куклиновского, сейчас я же говорю, второе место на мире. Фехтовальщики были первыми, борцы были вторыми, третьими. Задача, чтобы на мировой арене звучало высшее училище физической культуры в юниорском спорте, чтобы наши дети в период обучения прославляли спорт, являлись примерами для наших детей. Вот на этой линейке 1 сентября Куклиновская Люда будет поднимать флаг Украины. Мы будем ее награждать. Уже купили ей красивый костюм, рюкзак, футболки, там шорты, вот полностью еще комплект формы. Будем аплодировать ей и говорить спасибо. Второе место в этом году на чемпионате мира. Ну что ж, теперь перспектива Токио. Дзюдоисты теперь освоят и поедут на родину туда, на татами, сделают свои чудеса. Итак, у нас сегодня была встреча с руководителем одного из лучших учебных заведений нашей страны, Высшее училище физической культуры, Александр Николаевич Мельниченко, который многое сделал для того, чтобы у детей была хорошая перспектива. Поэтому до новых встреч. Ну, до Токио еще далеко, поэтому мы будем встречаться и рассказывать о ваших успехах и достижениях. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.